Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 3 июня на канале Россия-1 стартует показ нового сериала «Галка». Медсестра Галка считает себя счастливым человеком, работает в больнице, мечтает поступить в медицинский вуз и собирается замуж за своего парня Сергея. Но однажды она узнает невероятную тайну своего рождения. И это переворачивает всю ее жизнь. Оказывается, ее мать, продавщица Тамара, и отец-алкоголик Витя ей не родные. Много лет назад, чтобы скрыть свою измену мужу, Тамара пошла на отчаянный шаг, поменяла детей в роддоме, свою темноволосую дочку на светловолосую Галку. Не в силах простить мать, Галка бросается на поиски своей настоящей семьи. Теперь она обязана узнать, что у нее отняли. И как же на самом деле должна была сложиться ее судьба. Премьера сериала состоится 3 июня на канале Россия-1. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!